Привет, с вами канал 24, ребят. Сегодня очередной обзор мода, который называется у нас Volkswagen Jetta под 1.38. Давайте смотреть, что это за автомобиль и как он себя покажет, так сказать. Не расстроюсь я или нет? Ну, первое то, что я уже вижу, что немножко он подлагивает, это видно сразу. По кабине. Понятно, стандартно 4 на 2 есть низко, а жопа низко, то есть наоборот жопа, короче, вы поняли, и либо стандарт. По двигателям здесь 160-170 TSI TDI, это то есть по-любому опять этот стандартный, блин, не знаю, по-другому никак не могу, тупорылые звуки, ну не могу по-другому сказать, такие стандартные звуки всегда. Вот, по трансмиссии 6 передач с ретардером. Я не пойму, что за фигню вы... Блин, вот когда ты добавляешь, какой нахрен ретардер? Мне просто интересно, что это за человек такой добавляет, делает, то есть, допустим, описание трансмиссии, не знаю. Какой нахрен ретардер? Объясните, пожалуйста. Что такое вообще ретардер, если кто-то вообще не понимает? Это переключатель. То есть в грузовиках это на повышенную либо на пониженную передачу. То есть там совсем система другая. Вот. Поэтому в легковых автомобилях самое основное идет автомат, либо ручной автомат. Где ты переключаешь сам, автоматом ты просто переключаешь. За тебя уже автомат. Автоматика все переключает, соответственно. Поэтому здесь с ретардером здесь немножко, конечно, сказать, так сказать, накосячили. По интерьеру здесь у нас несколько интерьеров, но используем один, потому что хрен знает по практике уже сколько я переиспользовал. Во-первых, может все вылететь. Сразу скажу, что мне не нравится. Полы очень видно, что какие-то пятна пиксельные, это раз. Сиденье по текстурам не сильно вдохновило. Опять эта тупая камера. Не сильно вдохновило. К сожалению, можно лучше. Допустим, последний обзор мода, который мы делали, Тафаз, по-моему, да? Машина легковая. Там, во-первых, было очень приятное по интерьеру. Да и плюс того, что были, соответственно, опускание стекол. Анимация стекол. Здесь, соответственно, не знаю, будем смотреть. Но по интерьеру, конечно, сказать... на среднячок, очень среднячок. По самим приборкам скажу, что нормально, четенько, без всяких проблем как бы есть. Вот, по покраске, покраска здесь у нас меняется, то есть большой плюс, потому что в некоторых бывает в модах, в автомобилях, что вообще просто определенно вот это и стоит окраска, а что ты хочешь, голубой, допустим, хрен тебе и все. То есть это большой плюс, тоже молодец, что можно сделать. По аксессуарам здесь все стандартно, все дефолтно, то есть нету ничего такого, все дефолтно, я уже понял, здесь в основном все это дефолтно делается, то есть, во-первых, я вижу, что почему-то вот так 60, и то перескакивание 60, это непонятно по FPS. Внутри, в принципе, не лагает, нормально, стандартная табличка, здесь все приборной панели, все дефолтно, то есть стандартная табличка на консоли, все понятно, здесь сумки, здесь ноутбуки и так далее, то есть все это понятно. Да, удивило, конечно, в плане ретардера, это вообще просто жесть, я не мог понять, почему, это не первый раз такое у меня, кстати, попадается, второй раз, по-моему, если не ошибаюсь, на Мерседесе. Если не ошибаюсь, по-моему, на Мерседесе было, да, та же самая басня. Вот. Поэтому, блин, фигня какая-то реально. То есть я не могу понять, почему вы... Зачем вы это вообще слово пишете?
Ретардер. Он на грузовиках, хрен с ним, какой это надо. Когда трансмиссию выбираешь. Ну на легковых, блин, непонятно. Я не прям не вспыльчив, как бы, блин, все, нахрен, как бы, ну, с другой стороны, просто непонятно, как бы, зачем. Непонятно. Ладно, заводим, слушаем звук. Понятное дело, стандартный звук, все ясно, все понятно. А, во-первых, бортовой компьютер, это понятное дело, что он работает где-то, наверное, с коммунизма, со Scani, либо со спринтера и так далее, ну, то есть, хотя это все в одном и то же. А, стоп-сигнал работает, анимация есть. Поворотники, анимации нету. Дворники, анимации нету. Одно положение. Аварийка у нас не работает. Звуковой сигнал. Звуковой работает. И открывание стекол. Нет. Открывание стекол, к сожалению, не работает. Так, КПП у нас работает. КПП анимировано, это хорошо. Анимация света у нас. Анимация света у нас нема. Плохо, плохо, плохо. Поехали. Что могу сказать про данный мод вообще в общем? В общем, могу сказать то, что он... Ой, извини, братан. В общем, он неплохой модик, но с... Ну, подвинься ты, ё-моё. Но, в принципе, что могу сказать про вообще, в общем, что могу сказать. На среднячка, если честно говорить, в плане прямо, то какие-то определенности в... мне не понравилось в моде. Это, во-первых, салон, к сожалению, да, в плане текстур и так далее. Насчет руля и приборки, да, я не спорю, классно, все четко, но вот салона, да, здесь, конечно, большой, так сказать, косяк, минус и так далее. Пополам, то есть вот здесь, где то же самое. Что? А, мне показалось, что анимировано это. Педали. Вот, из плюсов могу добавить то, что... А, кстати, да, из плюсов это есть КПП анимировано, звуковой сигнал, все это есть, в принципе, нормально. А из минусов, к сожалению, из анимации ничего нету. Кроме стоп-сигнала, и то это даже в плюс можно отнести, что стоп-сигнал есть. Из анимации в плане ни поворотников, ни дворников, ни стекол, ничего нету. То есть опять уже начинается 25. Я понимаю, что это легковой автомобиль, где-то, может быть, это его будет сложно делать, но пора уже делать, ребята, так сказать, уже делать пора с... анимация стеклами. Еще раз повторюсь, допустим, такой пример, что, допустим, Тафаз, который был, не знаю, либо услышали, либо сами сделали, хрен его знает, короче. Но, то есть нормально у них получился, у авторов Тафаза, по-моему, если не ошибаюсь, нормально, очень хороший легковой автомобиль попался, сделался, вообще, в общем. Во-первых, это... Стекла анимация была. По-моему, некоторые анимации тоже были, но самое главное выделю данного мода. Это стекла. То есть второй раз уже, третий раз попадается то, что автомобиль у меня со стеклами. Первый это у нас с именно Гольф старенький Volkswagen. Второй это у нас был как раз Mercedes. И третий это Tafas. Все, вот эти три автомобиля я, как бы сказать, могу выделить о том, что более-менее нормально. Но BMW M4 выделю, который я в основном в старых своих обзорах всегда ее, как бы сказать, выделяю, говорю про ней. Это только ради того, что именно интерьер. И собственный звук. Из собственных звуков я могу выделить только M4. Это который реально собственный звук. Допустим, про Шевроле, который вчера мы сделали обзор, могу сказать то, что тоже классный Шевроле получился.
принципе, неплохой, как бы, и по салону и так далее. Но по анимациям, к сожалению, тоже там, как бы, 50 на 50, так сказать. Вот. Поэтому, в принципе, Jetta получилось нормально. Нормально. Как кого-то о плохом. Что-то говорить о плохом не могу. Нормально, нормально, нормально. Просто немножко пару косяков убрать, в плане салона сделать нормально. Да и анимацию добавить, и все. Будет вообще тогда супер. В принципе, такой обзорчик у нас получился. Смотрите сами. Все ссылки будут в описании. Качайте, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие обзоры. И пока. Пока.